Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня из ясеня я буду делать подставку для вина. Приятного вам просмотра. Thank you.
Подписчики неоднократно задавали вопрос по поводу заточки резцов. Покажу, как я это делаю на примере основных резцов, которые использую сегодня. Как видите, все очень просто. Угол заточки приблизительно 60 градусов. Thank you.
Вот и все, подставка готова. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, оценивайте, комментируйте. До новых встреч. С уважением, Алексей Леонтьев.